кожну мить, день за днем, в світле будуще ідем, шутку замінив на мем, і боїмся всіх людей. Ходу нас на фіску буде чіл, хто б їх розмовляти научив, в руці мілкшейк, в роті вейп, в AirPods-ах бейбі-ди. Експонат для дівчат, модний рок. Ну і всім привіт, з вами WarPro. И это обещанный вам сериал Вор. В общем, я вор, жил бандитской жизнью. Еще ничего не грабил, но собираюсь. Я был бомжем, бомжиком. И чем решил подняться? Конечно, воровать-то я понимаю не очень хорошо, но меня не принимают на работу никаким образом. Всеми я стараниями все делаю. Я решил отомстить этим людям. Месть. Это плохое дело. Но не для меня. Вот вам такой упрек. Так, я начинаю. Что же мне делать? Я не понимаю. Вот я вот себе пока что дом такой построил. Так, по лифту бум. Все, по лифту переместились. Наше место. Лифт хороший. Тут вот так я скромненько живу. Когда я был бомжом, я немножко развился. Походил. Ай. Ай. Нет. Нет. Я такого не потерплю. Не добываем быстро гравия. Так, осторожненько. Сломал. Раз, два, три. Сломал. Ой, тяжело. Мочит гравий, тяжело. Так, быстренько поднимаемся. Вот самое легенькое место, где подняться можно. Нет, не самое. Можно так подняться. Так, начинаем. Фух, как-то не очень ярко тут все у нас. Так. Нет. Как мне теперь подняться, если я неправильно начал ставить блоки? А, дурачок. Дурак. Ой, дурак. И как мне теперь подняться? Нужно больше гравия. Гравия слишком мало дает. Прям повезло, что тут был гравий. Очень темно. Темноватенько, очень темно. Очень темно, ладно, очень темно. Так, ребята, я нашел лазейку и буду под ней подниматься, так бы. Ну, все, изи, чики, пуки. Пум, пум, пум. Все, не надо мне это. Короче, я туда не пойду, потому что реально там я много, ну, выбираюсь как-нибудь. Ну, давайте тут. Да, поднялся немного. Грабя что-то. Лифта дальше. Нет, только вниз. Не очень прямо. Хорошо, у тебя. Ой, осторожненько. Ребята, я звоню. Я забыл. Ай, ой. Так, все. Тихо. Как сказала, тут ничего нету. В общем, все. В общем, все готово. Замечательно. Все. А теперь мы идем. В общем, такой у нас городишко. Древнейший городишко. Что я хочу первым делом грабануть? Сегодня мне сказали, все люди сейчас находятся вот здесь, в самом главном зале, и я туда не пойду. Просто дайте. Все там куча толпа людей. Ой, не дождь. Еще плюс дождь. Еще плюс дождь. Так. Потише. Супер. Все сундуки лежат. В общем, все вот так. У нас вот так. Так, ребята. Ребята мои, у меня камера есть, сюда есть чики-пуки. Для ограбления мне кое-что многое нужно. В общем, вот такой у нас городишко. Так, вечно не оставлять, я помню. Да. Оставлено хранилище. Хранилище никогда не... Конечно. Ничего нет, я уверена, потому что
100%. Они никогда ничего не оставляют в хранилище. Особенно, когда открыто. Вот, когда я понимаю, что и лазейки есть, круто. Замечательные корабли, все есть. Здесь тоже корабли давным-давно прошли. Так не открыли, я не знаю почему. Глупости всякие. Ну ладно. Бежим домой. Будем готовиться к... Я немножко, ребят, приболел, так что извините. Так. Нужно кое-что. Бежим. У нас город город немножко безалаберный, так что если вы что-то узнаете, так что, то что они что-то не так делают, так что не удивляйтесь. Здесь есть очень мало магазинов, настолько мало, то что можно сказать один суббизнес, один человек открыл и все, больше никто не открывал, глупости какие-то. Маленький такой городишко, но не супер, конечно, маленький. Есть поменьше у нас, наша территория. Лошадка. Так. Так. Что мне нужно? Первый. Так. Нет, синти, это уже слишком. Здесь много чего не нужно. Так. Мне понадобится, во-первых, калаш. Калаш, на всякий случай бомбу. Дальше патроны. Я там ничего не буду прилегать. Вроде бы готовы. Нужно передохнуть, поспать немного. Так, поспим немножко. Так, запрыгиваем на кроватку. Сейчас будем спать. Так, вот, ребята, я и проснулся. Так, сейчас будем лезть. Ну и все, я готова к ограблению. Булава как на мне, я ее никуда не снимаю. Мой верный конь. Так. Еда тоже пригодится. Покормим тебя, мой верный конь. И покормить. Сначала нужно покормить. Ой. Я хочу тебя покормить. Непослушный ты, конечно. Ну, поехали. Как я тебя там оставлю? Нужно забрать столбик, если вы не слышали, я тебе тихо говорю, потому что боюсь, что меня потом распознают и все по голосу. Вдруг там и камеры есть. Банк, это не шуточки. Ну что так долго? Все, сломали. Так, сейчас вообще без всего в руках, чтобы не зачислили. Нужно быть предосторожным. Опять дождь. Вот это та девушка, которая открыла бизнес. У меня называется бизнес Кир. Еще на меня не видела. Сказал, кто там? Кто там был? А, наверное, просто свинка. Ты сказала. Эх, ты сказала. Это, короче, быстро. Я сказал, и ты сказала. Ты, она сказала. Она сказала 100%. Не очень хорош. Она меня, мне кажется, заподозрила. Если она, блин, ко мне еще, блин, вымешает, это я капут. Сиди здесь, мой верный. Так, руки. Нет, пока что я оружие не буду сильнейше брать. Посиди тут, надеюсь, все с тобой будет хорошо. Какая хорошая лошадка. Ну, хорошо, я лучше пойду домой. Поехнулась к другу. Крупление не дают вообще завершить. Дверь раскрыта. Тихонечко. Да, кстати, а правда...
Это конь какой-то. А вдруг кто-то здесь все оставил? Ладно, покормлю его яблочко. Ой, какой хороший. Ну все, пошла. Вроде бы камеры я не вижу. Если она еще раз подпустила конь, я его отключу. Так, что мы можем сделать? Так. Стол зачарования есть. Картина дорогущая есть. Все есть. Джекпот! Мы сегодня пришли, ну, так, чтобы не сильно ограбить. Первое ограбление не должно быть такое серьезненькое. Так, возьмем самое нужное. Конечно, да, не алмазный. Это все наше. Кирка, ну спасибо за кирку. Я думаю, я уже сейчас уйду без всяких этих. Thank you, ребята. Глупые кирки, зачем это вставлять? Так, заберем солнце, солнце. Есть, сломал. Одно достаточно. Так, все. Ну и один. Так, изумруд. Так, что еще по сундукам быстро. Лазурит, ладно. Кстати, зачаровать тогда можно. Зачаровать можно. Бам. Достаточно. Ладно, блок. Ну, немножко потратили. Теперь зачаруем. Что же зачаровать-то можно? Да, конечно, не сильно, но что-нибудь зачарованное будет. Это, я сейчас просто трачу на то, что вы можете. Все. Я больше ни на что не могу потратить. Ладно, ребята, уходим, как говорится, красиво. Сейчас нужно предельно быть осторожным. Просто все, чтобы сканер просто тупо не увидел. Так. Сейчас я так уберу. Так, то, что у меня не было. Один шалкин бокс. Пустой заберем. Нет. Так, один пустой шалкер. Вот. Один пустой шалкер. Как раз один есть пустой. Но уже вообще ничего не будет. Так, вот есть у меня шалкер бокс. Сейчас просто сейчас ставим его. Так, и положим туда все то, что мы украли. Быстро, быстро. Нет, на стой, потом. Ой, главное, не надо. Киркусь при себе оставлю. Еще понадобится. Вот так, и убираем себе за спину. Да, все нормально, за спину убрали. Здравствуйте, господа. Сегодня мы будем говорить. Марок, кто-то здесь был. Пошлите на второй этаж. Посмотрим, сколько мы заработали. Все, они поднялись. Вроде бы так тихо. Кто-то упал. Фух, я упала, блин. Я сейчас бы, если свалили. Быстро, поводок. Давай, быстро, поехали. Быстро, поехали. Зайка, мой дебилович, поехали. Так, ребята, если вы меня плохо, очень плохо слышали, я его назвала шариком. Объясняю, почему. Видите, что он делает? До свидания.
Какая-то радиация тут происходит. Нет. Ребята, ограбление прошло успешно. За мной не было хвоста. Я все, выключаю камеру. А то мне нужно быстро списаться. Огромное спасибо. Все, всем пока.